За жизнь Дианы Гиюшовой врачи боролись с момента ее рождения. В год родители маленькой девочки услышали страшный диагноз – детский церебральный паралич. Сегодня помочь пятилетней Диане готовы в столичном институте медицинских технологий. Вот только стоимость лечения для семьи запредельная – без малого 200 тысяч рублей. Ну все. Мама пятилетней Дианы Гиюшовой рассказывает, дочка не любит находиться в коляске, но по-другому прогулки просто невозможны. Когда Диана появилась на свет, она не закричала. В тяжелом состоянии девочку доставили в реанимацию. За жизнь, которая только едва успела начаться, врачи боролись полгода. Спасти Диану получилось, но девочка сильно отставала в развитии. Чуть позже добавились и приступы эпилепсии. Уже в год медики поставили ребенку диагноз – ДЦП. Подобрать нужное лечение оказалось непросто. Когда все областные специалисты разводили руками, помогать Диане вызвались врачи столичного института медицинских технологий. После выписки последовал ряд улучшений. Девочка впервые в жизни смогла общаться отдельными слогами. С того момента вот она на руках хорошо держится после реабилитации. Она когда на животе лежит, опора на руки у нее хорошая. Переворачиваться она умеет. Ну и вот эти вот слоги, я думаю, тоже они появились. Там и логопед с ней занималась. Ну, хотели бы попасть туда еще раз, но своими силами возможности нет собрать такую сумму денег. Мама Дианы верит, что после очередного курса реабилитации в столичном институте медицинских технологий будут новые, пусть небольшие, но победы над страшным диагнозом. Чтобы закрепить достигнутый успех, лечение продолжать необходимо. Московские врачи уже подготовили для Дианы индивидуальную программу. Госпитализация необходима для проведения контрольного неврологического обследования и курса реабилитации, направленного на укрепление мышц, увеличение их силы, выносливости, увеличение объема движений, научить ребенка ползать, сидеть самой и необходимость провести стимуляцию развития речи и улучшения психоэмоционального состояния. Стоимость лечения 200 тысяч рублей. Для семьи неподъемная сумма. Помочь Диане может каждый. Для этого необходимо отправить смс-сообщение на короткий номер 5542 со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. Владельцы смартфонов на платформах iOS или Android могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помочь маленькой Диане указаны на сайте Русфонда. Артем Петров и Денис Миронов. Вести. Ульяновск.